Добрый день, дорогие друзья. Представьте, что к вам в гости пришел волшебник, взял вас за руку и отвел в салон самых крутых суперкаров. Например, Lamborghini нового поколения инопланетных разработок. Вы заходите в этот автосалон, садитесь в автомобиль, вы видите автомобиль, внешне выглядит как автомобиль. 4 колеса, кузов, лобовое стекло, да, капот, багажник. Вы садитесь вовнутрь, все переливается, напичкано электроникой. И вы не знаете, что есть что. Вам показывают, что для того, чтобы он ехал, надо нажать на педаль газа. А для того, чтобы он стоял, надо нажать на педаль тормоза. А все остальное учитесь управлять сами. Дают вам автомобиль. Дают вам на какое-то время волшебника, который садится рядом на пассажирское сиденье и учит вас заправлять автомобиль, кормить, поить, ездить, ходить. Вот. И в какой-то момент вы начинаете понимать, что вот эта кнопочка включить фары, вот это поворот, а вот это, вот это, вот это. Но на самом деле вы осваиваете какое-то очень количество маленьких кнопочек, таких полумеханических, которые просто нужны для жизнедеятельности, для выживания. А сам автомобиль-то полностью, вот те клавиши навигации и сложные технические устройства, электронные, программные, вы даже не пытаетесь освоить. Вот так и в нашей психике. Мы получаем наше тело, которое напичкано невероятным количеством возможностей, и у нас стоит какое-то невероятное программное обеспечение. Мы садимся за его руль в детстве. Когда мы садимся за руль, мы получаем своего волшебника, который тут же нам говорит, что можно, чего нельзя. Он говорит, исходя из своего жизненного опыта, то, что он умеет сам. И так мы получаем еще к тому же, что ничего сами не умеем, еще и ограничения, которые нажили за жизнь наши родители, предки и так далее, жизненный опыт. А плюс еще бывают разные ситуации свои, где мы себя записываем, что вот эта кнопка точно не для этого, и я ее никогда не буду пользоваться. И вот так мы катаемся на самом крутом суперкаре под названием «Тело человека», наполненного психическими способностями. Никогда в жизни их не пытаемся изучать или проверять. В последнее время на рынке появилось очень много семинаров и тренингов, которые говорят, чтобы освоить, научиться ездить на суперкаре, надо удалить неэффективные убеждения, неэффективные программы. На самом деле эффективные программы и неэффективные ровно одинаково занимают место на дисковом пространстве, и те, и другие присутствуют в суперкаре. И вопрос, насколько она эффективна или нет, мы даем оценочно сами, исходя из того, как мы ее поиспользовали, применили, исходя из данной конкретной жизненной ситуации. Но мы приходим на эти тренинги и курсы их прорабатывать. И есть, например, тренинги, где они прорабатываются просто по списку. Даются, человек тестит там через тело или через мышечные реакции, через покачивание, через там пальцы. Человек тестит, вот будет срабатывать этот тест или нет, на то, что есть эта программа, прописана в теле или не прописана, да. Потом удаляет. И таких курсов, тренингов очень много. На самом деле это хорошая штука на определенном этапе развития, которую зачастую имеет смысл пройти для того, чтобы хотя бы позволить точке сборки восприятия ездить, хотя бы для того, чтобы повернуть голову и увидеть, что на панели вашего суперкара есть разные интересные дополнительные опции. Но как же определить, какие из программ удалять в первую очередь? Ведь человек, который пришел на такие курсы и тренинги, зачастую уходит с тренинга с невероятным таким перегрузом в голове и с мыслью, что ему надо несколько лет работать, чтобы все это отработать. И вот он отрабатывает, оно возвращается, и он снова отрабатывает, снова замкнутый круг, и он уже выбивается из сил. Знакомая ситуация, да? Те, кто проходил тета-хилинг, кинезиологию любой из видов, те, кто проходил РПТ, те, кто проходил. Часто такое встречали, да? В коучинге вообще направо и налево, да и везде оно направо и налево. В дыхании дыши, не передышишь. В танцевальном двигателе танцуй, не перетанцуешь. Просто, мама моя дорогая, занимайся безостановочно, подходи к психологиям. Я уже молчу про гештальт и про классический психоанализ.
Так вот, господа, мое личное мнение и мой опыт показывает, что имеет смысл прорабатывать какие бы то ни было программы и вообще заниматься психотерапией под задачу, под конкретную задачу. И развитие психических способностей имеет смысл открывать. Вот вы видите эту кнопочку. Эта кнопочка вам нужна сейчас, вам надо сделать это и это. И значит, вы исследуете и глубоко изучаете эту кнопочку, и тогда вы учитесь ею пользоваться, и вы запоминаете, что эта кнопочка в вашем суперкаре для этого. И у вас уже есть достаточно объективный жизненный опыт. Здорово, да? С каких программ начинать, с чего начинать работу? Я бы начинала, и вот на сегодняшний день я так и делаю, то есть каждый раз я беру те программы, которые вызывают во мне резонанс, и те убеждения, которые вызывают во мне резонанс. То есть я сталкиваюсь с какой-то внешней жизненной ситуацией, и в этой жизненной ситуации у меня возникает какая-то реакция. И вот я уже обращаю внимание не на ситуацию, а на свою реакцию. И вот с реакцией я уже и работаю. И первые программы, с которых вообще имеет смысл начинать, это программы позволения себе. Вообще все, что касается любви себя, позволения себе, принятия себя, нужности себе. Все, что касается себя, это очень-очень важная тема. И в любом моменте, когда вы встречаете резонанс на тему себя, это программы, которые должны идти в первую очередь в проработку, потому что окружающий мир – это есть зеркальное отражение нас. И если мы не любим себя, то окружающий мир не любит нас. Если мы не ценим себя, то окружающий мир не ценит нас. И в обратную сторону точно так же. Если мир не ценит нас, значит, мы не ценим себя. Если в мире не любят нас, значит, мы не любим. Если нас не слышат, значит, мы не слышим себя. И погнали. Понимаете, это зеркальное отражение. Вот эти зеркальные программы, их бесконечное количество в человеке, имеет смысл замечать. Но одно дело замечать словесные проговоры и какие-то такие жесткие моменты. Другое дело обратить внимание на то, как мы делаем выбор в условиях, когда у нас работают эти программы. И по самооценке тоже. Пример. Человек там приезжает в чужой город. Его селят в хороший отель. Ну или там хорошую квартиру. И в этом хорошем отеле, в хорошей квартире человек пребывает там сутки, а потом он в какой-то момент думает: для меня это дорого. И уезжает в замышаловку на $2 дешевле. Разница вообще несущественная, ни для его бюджета, ни вообще. Но он уезжает, потому что он считает, что там дешевле. Но это такая замышаловка, там, где алкоголики, там, где какие-то бандюки и так далее. Скажите, у этого человека нормально с самооценкой? Другой вопрос. И вообще, зачем ему вот эта ситуация? Следующий вопрос. Человек приходит на рынок и выбирает самую-самую дешевую вещь из той, что он хочет купить. Вот ему надо там пальто. Он ходит и ноет, что он бедный, он не может себе позволить купить пальто на $5 дороже. И он покупает. На стоимости вещи это незначительное. Но он уходит довольный, потому что он купил самую-самую дешевую вещь для себя. У него есть проблемы с самооценкой? Вот это программы, первые программы непозволения, которые вот я привела, вот самые такие распространенные примеры, я их просто вижу в жизни направо и налево безумное количество раз. И даже когда обращаешь внимание человека на это, то его осознанность при этом не включается. Он тут же начинает говорить, как плохо он живет, и что $5 в его жизни – это смертельная сумма. Хотя реально вот людей, которые приходят на курсы и тренинги, я не встречала тех, у кого бы это было жизненно критичная сумма. Есть еще другой вид программ, которые имеет смысл прорабатывать, но в любом случае это резонансные вот программы, те резонансы, которые возникают. И одни из самых жестких резонансов, которые возникают по психотехникам, это религиозные. Если вы просматриваете, например, читаете под роликами на Ютубе какие-то комментарии, конечно, жестко религиозные я не одобряю, тогда они не высвечиваются. Очень много комментариев приходит касательно
когда человек смотрит, например, когда мы ушли, там, работали с интерферентами или работали там, с какой-то информацией в измененном состоянии сознания, особенно в эксперименты всколыхнули большую часть людей верующих, вот, и начинаются, присылают псалмы под роликом по экзорцизму. Столько глупостей было написано, что просто невероятно. А вот, я не успеваю там чистить комментарии, там они идут без одобрения. А вот, то есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что у человека на генетическом, возможно, и на этом уровне есть какие-то жесткие концептуальные убеждения религиозного плана. На самом деле жесткие концептуальные убеждения религиозного плана есть абсолютно у каждого человека. Возможно, вот в моей жизни эти концептуальные вещи привели к тому, что я там долго искала Бога именно в религиях, да, то есть там в православии, там в мусульманстве, в буддизме, в разного рода сектах, вот. Но в конечном счете все равно к себе пришла, вот. Но есть люди, которые не ищут где-то Бога, они просто тупо берут за основу, например, Библию, даже не пытаются сравнить ее, например, с тем же самым Кораном, хотя есть что сравнивать. Очень много можно для себя интересно открыть. Вот. Берут, например, за догму какую-то Библию. Причем Библии у разных сект разные. Там у Иеговы своя, у этих вот... у официального православия своя, у своя, да, там у саентологов своя. У всех будет своя. Вот. Больше всего, конечно, Иеговы впечатляют, насколько можно это все пере. Но сам факт, что человек берет за основу какое-то авторитетное мнение, то есть авторитета из себя он уже вынес наружу, он берет чужие какие-то догмы, и эти догмы начинает писать другим людям. Для меня это о чем говорит? О том, что есть у человека резонансные программы, и они вот сейчас рвутся наружу. И если вы относитесь именно к таким людям, то имеет смысл остановиться и задуматься, что во мне сейчас резонирует, что вызывает вот эту вот реакцию, да, и зачем я это вот сейчас делаю. Я же со своей стороны задаю себе всегда вопрос, зачем мне приходят вот сейчас эти письма, и очень часто как редактор на них отвечаю отказом в публикации. Но при этом я понимаю, что, значит, где-то и у меня в подсознании еще не до конца расчищены религиозные жесткие ограничивающие концепции. Потому что если по религиозной догме пользоваться кнопочками на панели вашей Lamborghini грешно, и вообще Lamborghini она произведена в грехе, то извините, как вы вообще на этой Lamborghini ездите, и почему можно пользоваться там педалями и ограниченным количеством опций, а второй частью опций пользоваться нельзя, и кто сказал, что нельзя, и так далее. Возникает очень много вопросов, в которых имеет смысл порассуждать, помедитировать, подумать. Вот, и те вещи, которые вызывают у вас резонанс, пустить на отработку. Потому что ключевое в любой отработке, ключевое в любом программном обеспечении – это сам человек, его сознание. А Lamborghini у каждого своя. Но психические опции в ней, конечно, великолепны. И только страхи, как правило, основанные на каких-то религиозных предубеждениях, либо на том, что мы не знаем, либо на инстинктах самосохранения, либо, вот эти страхи не позволяют нам исследовать очередную возможность. Мне со своей стороны достаточно часто приходится это наблюдать, потому что те семинары и тренинги, которые проходят вот у меня, когда приезжают люди, у меня нет тренеров, которые бы были там, пересказывали чужое мнение. У меня действительно эксклюзивные семинары и тренинги, когда приезжают люди, которые больше нигде не преподают, например, как Владимир Бесфамильный. И вот сейчас в преддверии его приезда я, например, сталкиваюсь с тем, что безумное количество людей просто пишет, как они восторгаются его семинарами и тренингами, и как они не позволяют себе приехать на этот семинар и тренинг. При всем том, что большое количество даже белорусов себе это дело позволяет, хотя уровень жизни в Беларуси значительно ниже, чем в той же самой России. Вот. И когда вот смотришь на вот эти вещи, понимаешь, ребят,
Весь мир в нашем сознании. Что мы позволяем себе, то мы имеем. Какие программы мы не удалили в себе, те и рулят в нашей жизни. Что мы не отследили и не блокировали осознанно, то и будет проявляться неосознанно. Так строится игра под названием «Жизнь». Кто хочет играть осознанно, тот играет осознанно. Кого-то устраивает коматозный сон, и тогда человек превращается в биомеханическую машину, которая умеет только нажимать педали газа, тормоза и немножко вращать рулем. Приятно, что все равно он ездит на Ламборджини. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч, друзья!